Непонятная для простого обывателя вывеска «Дилинговый центр» могла бы заинтересовать лишь тех, кто, как говорится, в теме. Впрочем, знающих людей сюда манил исключительно азарт. Ведь все эти компьютеры и мониторы – современные аналоги так называемых «одноруких бандитов». Сотрудниками полиции обнаружено 6 игровых автоматов. На момент проверки в клубе находился игрок и девушка-администратор. В настоящее время игровые автоматы изъяты. По данному факту возбуждено дело о административном правонарушении по статье 14.1.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Денис Желтов, Расул Ибрагимов, Вести, дежурная часть, Саратов.